Привет, друзья! Сегодня приготовим коктал по-казахски. Коктал традиционно готовят из сазана или из карпа. При этом основная особенность того, что его не чистят и разрезают не по животу, а по хребту. Это мне нравится. И аккуратно удаляют все внутренности. Друзья, как вы могли понять по последнему кадру, вчера нас застигла снежная буря. Мы проиграли тот бой, но не проиграли войну. Новый день, мы возвращаемся с приготовлением коктейля. Я ее вечером зато спокойно промыл, и посмотрите, какая она замечательная. Я сразу сделал ей подложку из фольги, потому что так рыбу удобнее запекать. Традиционно коктейль запекают в коктейльницах. Это что-то типа коптилки горячего копчения. Мы же сделаем это в тандыре. Я оставлю небольшое количество непрогоревших дров, которые будут давать тот дымный аромат. При этом рыба полностью запечется. Ну а сейчас давайте подготовим ее начинку. Саму рыбу нам нужно хорошенько посолить. И сдобрить специями. Я буду использовать черный перец, паприку и сухой чеснок. И сверху на рыбу выкладываем репчатый лук, нарезанный тонкими кольцами. Смазываем поверхность майонезом и выкладываем баклажаны и болгарский перец. Куда же без майонеза? Баклажаны тоже нужно посолить. И добавляем сырочек. Не сильно много для связки. И теперь в ход у нас идут свежие томаты. И еще один слой из майонеза. Добавим немного рубленого зеленого лука. И финальный штрих моим любимым сыром. По желанию сверху можно добавить немного сухих итальянских трав. Конечно, в Казахстане нет итальянских трав, но с ними получается очень вкусно. К этому моменту тандыр или коктейльница должны быть разогреты до 180-200 градусов. И мы отправляемся запекать туда нашего сазана примерно на 30-40 минут до полной готовности. Ну что, давайте посмотрим на нашего красавчика. Коктейль — это самодостаточное блюдо, которому по сути ничего дополнительно и не нужно. Нежная рыба, сочная, которая отходит от костей, много свежих овощей, которые запеклись вместе с сыром, и получается очень вкусно. За вас, мои друзья. Давайте скорее пробовать. Давайте посмотрим, готова ли рыба, потому что овощи точно все готовы. Посмотрите, сколько сока. И сама нежная рыба. Великолепно.